По случаю 372-й годовщины пожарной охраны России на площади Республики состоялся парад техники. Особое внимание привлек новый автомобиль тяжелого класса. Более мощной пожарной техники в регионе еще не было. Заступивший сегодня на боевое дежурство автомобиль разработан по отдельному заказу МЧС России. Он создан на базе автомобиля «Урал». Его основное преимущество – наличие двух погружных насосов. Производительность автомобиля – 130 литров в секунду. Позволит тушить пожары, где требуется большое количество воды и на значительные расстояния. За последние 5 лет парк пожарной службы значительно пополнился. Закуплено 33 единицы пожарной техники. Специальное оборудование на сумму свыше 360 миллионов рублей. За истекший 2020 год пожарно-спасательными подразделениями Чувашской Республики потушено 1647 пожаров. Спасено более 120 человек. Подразделения реагировали на дорожно-транспортные происшествия порядка 700 раз, в которых было спасено 66 человек, в том числе 5 детей. Только с начала текущего года подразделениями потушено 515 пожаров. Спасено 43 человеческие жизни и материальных ценностей на сумму более 400 миллионов рублей. В торжественной церемонии развода караулов столичного пожарно-спасательного гарнизона приняли участие и ветераны. Их пожелания особенно ценны. Чтобы ваша служба была ровная и всегда вы на службу ходили с радостью. Никаких темных пятен в вашей жизни, в службе не было. Вы сегодня заступаете на боевое дежурство. Вы должны быть в постоянной готовности. Желаю вам в этой службе удачи, сухих вам рукавов. С праздником. Все. Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил личный состав пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных служб за высокий профессионализм. На защиту жителей и гостей города Чебоксары заступить! Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов. Республика.